Так, Юпитер сейчас у нас появится в кадре. Вот появляется, не обманул. Смотрим полосы. Ну, вот так более-менее видны полосы, да? Минимальные настройки светочувствительности спутников не видно. Сегодня у нас 15 августа 2020 год. Харьков, 20:36 по Киеву. Ну, еле-еле душа в теле, честно говоря. Волосы эти. Видно, я попробовал резкость навести на немножко, у нас мутненько все на небосводе и, соответственно, на Юпитере. Ну, ладушки.